раскрылся, защиты нету, и вот тут да! Средние ближние десанты работают только за счет ног. Я ухожу только с линии атаки. С линии атаки. Показал финт, контакта нету. Вот я вас попрошу, встаньте сюда. Вот, лицом к оператору, вот так вот как-то, да? Эту, поставьте вот на уровне груши, чтобы вам было понятно. Рука ваша не двигается, просто зафиксируй. Вот я выполняю удар. Я тоже муху гоняю, но я проверяю дистанцию. Я не достал, да? Я вижу, мне не обязательно втыкаться в эту цель, да? Я имею в виду в противника, но я могу, показал финт, контакта нету, ударил в туловище. Показал в туловище, ударил в цель. Значит, когда выполняется финт, контакта нету, нет ударного взаимодействия. Когда я делаю тактический удар, я его называю тактический удар, отвлекающий противника, ага. Все время кусаю его, кусаю. Ну, то есть вы легко бьете? Конечно. Значит, если это говорим про легкие удары, тактические, то они выполняются за счет одной руки фактически. Как я говорю, что там комара или муху гоняй, ты можешь так. Это работает одна рука, но они несут характер отвлекающего, разведочного движения, значит, проверки дистанции, набора очков в легком, как говорится, компоненте, но не нокаутирующего удара. Путь ударного взаимодействия, контакта 2-3 сантиметра. Финт контакта нет, 2-3 сантиметра. Джеб, с помощью которого можно и нокаутировать, за счет точного удара руку уберите, противник раскрылся, бам! Точно попал, можно и нокаутировать. Но в то же время очки набираются. Путь ударного взаимодействия уже 3-4-5 сантиметров. Вы проверили дистанцию, финт, подготовка атаки. Легким ударом тактическим проверили, чтобы потом войти сюда, да? Джеб, видите, что да, он раскрылся, защиты нету, и вот тут, да, вот где он заканчивается, до 12 сантиметров. Для того, чтобы выполнить жесткий нокаутирующий удар, как мы с вами говорили, пружина под вами, как я говорю, под попой, и вот это вот, даже выполняя удар приподнятой ногой передней, вот видите, для тренировки, оп, и только встал. Вот это встал. Вот тогда будет жесткая биомеханическая цепь. Мы оказались здесь. Я не кручу рукой, не открываю подбородок. Ну, я имитировать буду подальше вообще. У меня рука как кочерга. И вот я выполняю удар. Я буду мимо цели. Да! Видите? Причем дальше пробиваю. Поставь руку вот так вот. Попал, и работа удара происходит. Тогда это... А если происходит... О, как говорят, быстрый, резкий, он не приносит эффективности, этот удар. Только, да, видите, у меня проекция локтя на его подбородок. То есть я попал, и работа удара произошла. Вот та работа удара, которая приводит к нокаутирующему действию. Будем так говорить. Оставайся в положении. Поэтому я здесь, в средней и ближней дистанции, работаю только за счет ног, только за счет корпуса. Руки... Вот те 24%, они не участвуют у нас в непосредственном действии. Но, когда я говорил, что 39 здесь и 37 корпус, вот они, корпус в большей степени включается за счет фиксации, за счет жесткой фиксации локтя, получается, что мы еще включаем верхний плечевой пояс. Видите, я чем бью? Вот я чем бью. Ноги туда, вышагнул, зашагнул. Жестко. Не надо черпать и открывать подбородок. Это все закрыто. Да. Так же, как в ближней дистанции. Да. Локоть 90, 100, 110 градусов. Ноги подпружинены. Да, я ухожу только с линии атаки. С линии атаки за счет движения корпуса. Не наклона, не изгиба, а за счет вращения. И подставки плеча с линии атаки. Это не значит, что он будет
не быстрый удар. Чем быстрее вы да, крутанете, тем это будет быстрее. Чем быстрее сработаете с ногами, тем быстрее. Но не вот это вот, где не участвуют ни ноги, ни корпус, а одни руки. В средней и ближней дистанции вот эти вот фокусы, они не проходят. Сразу же получаете, извините меня, по голове. Для тренировки я из своей практики даю ребятам, побить локтями по снаряду. Не сильно, но локтями. Оп! Тогда они понимают, что удар при попадании не вот это царапание, а да! Вот. На снарядах выполняются удары локтями. И это приводит к хорошему эффекту. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.